Девочки, всем привет! Сегодня у нас будет довольно короткое видео, распаковка. Девочки, пришел аромат, который я давно хотела, но я все не решалась его купить, потому что были какие-то другие хотелки, которые мне очень хотелось реализовать. Это, девочки, у нас Ремер 2 Rose. Я купила 100 миллилитров. Хотя там было и 30, и 50, потому что разница в цене была невероятно смешная. Я подумала, что я-то тогда не буду мелочиться. Роуз, и здесь вроде как, я так думаю, должна быть яркая роза. Давайте. О, красиво оформлено, но сама картонка очень-очень тоненькая, хлюпенькая. Ага. И вот он флакон. Видите, стекло немножечко отливает розовым, очень нежно-розовым. Ой, красота какая. Секундочку. У меня, кстати, есть и другой аромат, то есть первый получается. Давайте я сниму пленку, потому что коробочка матовая, она не будет освечивать без пленки. Так, у меня есть Ремер, девочки. Ремер очень мне нравится, это аромат, один из моих любимых. Вот сейчас буду весной брать его в использование и буду обшикиваться. И мне нравится вот этот концепт уличных фонариков, как будто, да? Ну, по крайней мере, сидит не очень классно крышка тут. Очень приятный аромат Ланван. Но розы он мне, вот этот вот розой мне не пахнет совершенно. Это не розовый аромат, это просто Ланван и Ремер. А вот этот мне интересно, сейчас буду пробовать. Аромат, кстати, вот этот не новый, 2006 года. Еще 2 года, девочки, мы будем праздновать 20 лет этому аромату, представляете, 20 лет. У этого, этот, конечно, парфюмер известнее, Курукчан, а здесь он Ари Бланк, если не ошибаюсь. Так, я взяла две бумажки, давайте возьмем только одну. Так. Очень цитрусовый, даже лимонный, я бы сказала. Старт очень. Прямо не только лимон, но и выжатый сок лимона. Боже, даже как будто мандарины немножечко. И цедра. Сама шкурка тоже здесь есть. О, вот это мощно. Дайте-ка я на руку нанесу. Это не весенний аромат, это, наверное, будет у меня летний аромат. У меня на коже ароматы быстрее раскрываются. Вообще, ароматы с нотой розы я очень люблю. А последнее время я, когда роза доминирует, просто обожаю. Очень долго что-то держится эти лимоны. Теперь уходят, а остаются как будто мякоть фруктов. Но все равно лимоны. Я чуть-чуть разочарована, девочки. Потому что я надеялась, что я получу какую-то интересную розу на весну, если честно. Ну, 100 миллилитров неплохо для такого аромата, но пахнет лимонными леденцами. А, ну вот сейчас как будто что-то вылазит. Что-то, ну, вы знаете, не цветочное. На коже вылазит фруктовое. На бумажке все еще... Шкурки. Чувство шкурки. Лимонные. Ой, что же здесь такое? Нет, вот этот, конечно, насыщенный. Конечно, кто любит пользоваться вот таким, вот это просто будет сама мощь. Так, цитрусовый фрагрантик, как говорит, розовый, цветочно-белые цветы. Интересно. Ну, цитрус точно согласна. Так, Анари Бланк, да. О, ну, конечно, смотрите, тут в верхах. Лимон, апельсин, грейпфрут, бергамот. Ну, конечно, он так будет пахнуть. А из других фруктов это всего лишь груша. Ну, не чувствую я пока розы вообще и никакой другой цветочности. А цветков здесь очень много, смотрите. Кроме розы. Магнолия. Какой-то ложный жасмин. Ну, жасмин, короче. Магнолия, жасмин, жимолость и ландыш. Прекрасные цветы. Мускус, пачули, амбра в базе. База вообще тут, я про...
Вообще не чувствую. Ну, что-то лимонно-фруктовое сейчас у меня на коже, все, больше ничего нету. Ладно, может быть в жару, может быть ему нужно постоять, потому что он довольно свежий. Ну, что касается розы, то сейчас мне нравится вот что-то вот такое, вот как Пол Смит Роуз тоже. Но это вот чистая розочка, да? Или вот такое вот розочку, утопающая во фруктов. Это Precious, Perly Precious от Паскаль Морабита. Ну, я хотела вообще с вами о розовых ароматах поболтать. Вот такой аромат Сальвадор Дали, Сан-Энси, как-то так. Сан-Энси Розас, по-моему, называется. Здесь названия нету. Нет, названия нету, но по флакончику можно сразу знать. Это просто шампунька или даже, знаете, гель для душа. Такая роза, на флакон красивый. Очень приятная. Или вот роза, но это мощная, конечно, роза. Это эссенция розовая, даже не чайная роза, а это набор чайных роз для какого-то крема. Ну, короче, я немножечко разочарованная, честно, даже говорить не о чем об этом аромате пока. А вот сейчас на коже очень красиво начал раскрываться, раскрывающийся аромат. Ну, бумажки, девочки, это первое впечатление. Но бумажки, наверное, мне очень долго придется ждать раскрытия этого аромата. Поэтому я это дело оставлю. Пусть он пару дней постоит. И когда он придет в себя, то мы с вами поболтаем. Наверное, я сниму на днях видео, даже не про него видео, а про розовый аромат. У меня прям есть настроение поболтать о розочках, потому что сейчас весна. Немногие розы из своей коллекции мне хочется носить. Вот, но Ремёр пока к ним не относится. Он такой на жаркую весну будет аромат. Вот классический Ремёр. Единственное, что я в нем розу не чувствую, но вот он такой характерный, такой интересный. Прям букет цветов. А это прям... Нет, до сих пор на коже не чувствую никакой розы. Ну ладно, девочки, все, я буду прощаться, не буду с вами задерживаться. Такая была немножечко разочаровывающая меня распаковка, потому что я подумала, сейчас будет такой аромат, и я о нем что-нибудь расскажу вам, что я чувствую. Но розы нету. Ладно, девочки, если вам пахнет эта роза, скажите, когда мне ее ждать и когда этот аромат лучше всего носить. Может быть, есть какой-то трюк. Буду с вами прощаться. До следующего видео. Всем пока-пока.